Ну что ж, 1 рубль на балансе, и сейчас мы попробуем окупиться на минах. Погнали! Хочешь себе яхту или дом на Мальдивах? Я помогу тебе в накоплении. Рассказать как? Окей. Нужно поставить лайк под этот ролик, подписаться на мой канал, написать любой комментарий и в конце комментария добавить свой киви кошелек, ну и нажать на колокольчик. И все. Считай, халява уже у тебя в кармане. Итоги в следующем видео по этому сайту, ну а мы погнали уже к ролику. Ну и выбираем случайного победителя, который поставили лайк, в принципе, и написали свой киви в комментариях. Давайте пусть будет у нас 3 победителя по 60 рублей. Первого находим, это у нас будет вот этот киви, сохраняем. Второго находим, это у нас будет вот этот киви. Ну и третьего, в принципе, давайте также найдем и сохраняем этот киви. На ваших экранах, в принципе, 3 перевода по 60 рублей. Хотите также, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы приступаем. Опять рубль на балансе. Всем здорово, друзья, с вами Клевер, и мы на сайте TrixWin. Если что, ссылочка, вы знаете, где лежит, с промокодиком там же, если что, лежит. Кто не понял, в описании, в закрепленном комментарии, тут бонус, все дела, короче, все. Повторять не буду, хотите получать халяву, хотите активировать промокодик, хотите нет. Вот, сейчас у меня 1 рубль на балансе, давайте на 5 минах останемся, давайте, и, в принципе, вот сюда кликнем. Ну, давайте второй шаг, 1,5 рубля есть. Угу. Сколько будет, если мы... Ага, 2 рубля, это уже замечательно, будет, если мы 2 рубля, так, получается, если мы закроем 5 лишь, а лучше даже 7, наверное, да? Вот 5 рублей, блин, 5 рублей, пожалуйста, дай выиграть, я тебя просто прошу. Все, последний, да, последний раз, и выигрываю, и все. Все, забираю, отлично, теперь 2 мины, один раз выиграть нужно, еще один раз выиграть нужно, все. 6 рублей на балансе, отлично, теперь можно. Давайте 11 мин поставим и 1 рубль, 1 рубль, .03 поставим, чтобы... Ну, если выиграть, то 75 копеек, думаю, неплохо было бы, ну ладно. Окей, давайте поставим, к примеру, я не знаю, сколько мин, давайте, ну, также 5. Ну, потому что баланс у меня не сильно большой, поэтому, как бы, ну, на 5 минах, думаю, нормально будет оставаться. Если мы не сливать будем, конечно, ну, я залынюсь, потому что, ну, это, ну, вы сами понимаете, что это такое, как бы, вот сюда кликну. Так, нужно еще одну, даже 2, давай 2, все, последний, 11 рублей есть. Так, теперь 1. .8. Теперь на 13 бомбах вот сюда кликнем и вот сюда кликнем. Бля, ну почти. Вот 7 рублей бы, если бы я поднял. Нормально было. Но пока что 10 рублей на балансе. Для меня, честно, вот без рофла я вам скажу, мины самый сложный режим, где можно купиться. Наверное, еще сложнее будет на мегавилле, но я еще не пробовал. Но примерно я представляю, что там, ну, не знаю, сложно или нет, но я представляю, что будет долго и мучительно. Но на минах сейчас, мне кажется, будет дико сложно, потому что вот все попытки до ролика, вне роликов вообще я снимал где-то, я, ну, часто сливался, поэтому я не особо люблю на Триксе играть на минах, поэтому, ну, как бы вы сами меня понимаете. Ну, вот даже сейчас меня... Окей, заберу, еще раз вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Кто, кстати, не понимает, это продолжение рубрики с 1 рубля. Суть рубрики заключается в том, что я просто окупаюсь на всех режимах Трикса с 1 рубля. Ну, в этом и прикол, ребят, это просто, мне кажется, замечательно. Я думаю, за это нужно поставить лайк, если наберем под этим роликом 200 плюс лайков. Естественно, снимаю продолжение, наверное, на Мегавилле, либо на Иксто, либо на Бабблсе, где-то такое будет у меня. Ну, надеюсь, у меня все получится, но главное сейчас окупиться. И все, потому что, ну, блядь, больше 10 рублей он мне не дает. 11 рублей вроде как дал, и все. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, хотя x10, считайте, x10. Сейчас у нас x10 от баланса. Вот так. Сейчас будем кликать по одному. Вот сейчас не сольем, надеюсь. Теперь 11 рублей. Теперь 1,06. Ставим на 13, на 13 бомб. Вот сюда закроем. И вот сюда закроем. Но это просто замечательно. Теперь 4,58. На 10 бомбах закрываем середину. Окей, ладно. Давайте закроем 7 бомб, поставим. И 2 рубля. 2 рубля вот сюда. Вот сюда, еще раз 2 рубля, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Забираем, еще раз, вот сюда, сюда, еще раз сюда. Забираем, еще раз, раз, еще раз, раз, еще раз, 2, 3, и последний, отлично, 7 рублей есть. 17 рублей на балансе, 18 даже, еще раз. Вот так, вот так, и вот так, все, 20 рублей на балансе, 21 даже, нифига себе. 1,94, опять же на 3, ну, на 14, либо на 13, неважно. Еще вот тут, за, блин, 8 рублей почти было. Ладно, почти сделали 50 рублей. Окей, кто не помнит первый выпуск, обязательно посмотрите, если что. И вот там реально дичь творится. Мне нужно окупиться хотя бы до 500, x500
500x1000 уже ролик, наверное, будет замечательный. Но если я сольюсь до 500, все равно это будет реальный ролик, и я все равно, скорее всего, его выложу, чтобы вы знали, как примерно проходят съемки. Давайте, короче, если я по одному рублю, давайте обновим, если я по одному рублю на 12 минах, если у нас получится, конечно, по одному рублю, я не знаю, это, в принципе, реальный шанс, если мы делаем 3-4 шага, это, ну, это реально, в принципе, поэтому я это попробую сделать. Еще я же говорил, что это реально, просто же... Ладно, 2.82 на, 3, на 14 бомбах, вот сюда кликну и вот сюда. Ну, последний раз. Блядь, ну почти, ребят. Ну серьезно, я бы хотел, пробовать сделать это еще раз, пожалуйста, вот сюда. 4 рубля, я 4 рубля поставлю вот сюда и вот сюда. А ну, кликнуть, я вот сюда бы кликнул. Серьезно, я бы вот сюда слил. Окей, хорошо, 2.96 на 24 минах, вот сюда кликну и сразу проиграю. 2 рубля еще раз кликну, ну почему? Еще раз, может, давайте до 60 я прокликаю. Просто за ваш лайк и за подписку. Ну, вдруг мне 47 рублей выпадет. А, уже меньше 60, пиздец. Окей, ладно. Ну, последняя попытка. 50 рублей на балансе. И ведь обидно мне, что я не могу пойти на другие режимы. Вы понимаете, в чем прикол? Я только должен остаться на минах. Но в этом и интересно, наверное, заключается интерес этой рубрики. 2.50 поставим на 10 бомбах. Вот так будем кликать. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Еще раз вот сюда. Вот, да, блядь, пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста, вот сюда. Еще раз, еще раз. И еще раз. Он не может выдать. Понял, претензий ноль, вообще зеро, нет слов. Это просто, что это такое? Как будто этого и не было, ребят. 5 рублей ставлю. Просто сейчас на агрессича затащу. И последний. Отлично. Просто отлично. Я вот... Мне с первого раза не получилось. Ну, так сказать, можно дать парню, мне кажется, второй шанс. Вы лайк не будете убирать. Но я просто хотел доказать, что я по 5 рублей смогу до сотки окупиться. И я сейчас реально смогу до соточки окупиться. Если вот так 15 поставлю вот сюда. Вот сюда еще раз 15. Посередине. Снизу середина. Еще ниже середина. Середина опять. Что? Он не может два раза... Один раз даже дать? Он... Один раз, что я говорю вообще? Ладно, просто вы смотрите за это, за этим, и все. Еще раз, нужно лево, первый, пятый, ну и заберу, ладно. Еще раз, второй и снизу, заберу, все. Наконец-то, давайте 3.2 поставлю вот сюда. Окей, обновим, и сейчас сразу давайте 19 бомб, 5 рублей. Просто, итак, вот я хочу словить 2 ячейки на этих минах. Если я на таком количестве мин смогу словить 2 ячейки, в принципе, то это плюс 100 рублей. С моим-то балансом это реально хороший буст, мне кажется, и плюс. Я не могу больше идти на дай, всякое такое, поэтому это прям было бы замечательно, если бы я сразу x2 сделал, но он не выдает, наверное. Хотя, вроде как, может быть. Выдаст мне? Может быть. Что? 3 раза подряд. 3, просто 3 раза подряд выдал. Ну, о, это просто замечательно. На 24 минах я попробую сейчас быстренько словить. Вдруг получится. Давайте попробуем. Если я словлю на 24 бомбах, это просто будет замечательно. Это шедевр будет. Выдает 300 рублей, блядь, на балансе. Наконец-то, 300 рублей. Ёбаный в рот. 300 рублей на балансе. Считайте, с 1 рубля. Забудем за то, что я со второй попытки. Неважно. Я на 24 минах словил ячейку. Ну, 250 рублей уже. Ну, это уже грустно, на самом деле. Давайте 15 мин, 13 рублей. Вот сюда клик. Потом 15.55. Ёма, 1500. 15.55. Вот сюда. Вот сюда 15 рублей. Еще раз вот сюда. Еще раз вот сюда. Опять, пожалуйста, может, еще раз. Ну, он 2 ячейки не может дать. 95 рублей. Ладно, еще раз. Еще раз сюда. 95 рублей. Отлично. Теперь 5 рублей на 24. Минах. Я не могу даже выговорить это слово, просто выдаю. Он выдает, а если по 10 рублей? Просто рискнуть. Просто рискнуть. Ну, кто не рискует, тот не клевер, так сказать. И все. Окей, ладно. Не будем дальше. Вот сюда кликну. Я хочу закрыть одну ячейку. 39 рублей. Заберу еще раз вот сюда и вот сюда. 120 рублей. Ну, блядь. 198 рублей. Ну, наконец-то, ребят. Просто я могу сейчас закончить ролик. И я просто сейчас хочу хоть раз с 1 рубля уже вывести себе. Ну, блин, 100 рублей. Ну, это грустно на самом деле. Но я могу. Если я солью, окей, допустим. Это уже не жалко будет, потому что контент, думаю, я сделал. Надеюсь, вы просто поставите лайк. 200 плюс лайков. Еще будет жестче. Никто не делал на Crazy Time, на Мега Вилли с 1 рубля. И вы знаете, кто будет делать, если вы, конечно, поставите лайк. Вы все прекрасно сами понимаете. Поэтому все зависит от ваших лайков. Он выдал мне. Может быть, еще раз выдаст. Возможно же, конечно же. Много же. Ну, ничего страшного.
выдал, он выдал еще раз, он выдал. Короче, я хочу на 15 бомбах словить 15. Сначала 15 рублей и потом по 30. Давайте по 30 рублей. Как раз 3 попыточки у меня будет, если я словлю, ну, блин, 2 ячейки, это не так сложно. Вот серьезно, вот если так подрассуждать, ну, блядь, уже меньше 400 рублей сейчас останется, если я солью. Смотрите, 2 ячейки словил. Если еще раз одну... Блин, в шаге от 500 рублей был. В шаге, просто в шаге. Там чуть-чуть совсем оставалось. Ну и... Что, блядь, что? Что это такое? Что? Он выдал, блядь. Как же хорошо. Мины, я всегда думал, что ты сливаешь. Ну и, в принципе, сейчас думаю так, потому что, блин, если бы я, конечно, не менял бомбы, мне кажется, ты бы слил на одних бомбах, если бы я играл по какой-нибудь тактике. Но все же, ты сейчас мне отдаешь, это прекрасно. Это просто шедеврально. Я это ценю и понимаю, что ты не всегда так можешь выдать. Окей, выдал еще раз. Может быть, еще раз зелененькую. Еще раз одну зелененькую, блядь. Одну зелененькую. Ну, мы в нуле по факту. Если вот сейчас, прямо сейчас выдаешь. И прямо сейчас еще раз. Вот прямо сейчас посередине. Вот прямо сейчас. Ну, уже в минус. Мы уже сейчас в минус идем. 700 рублей был. Максимум мой 700 рублей. У меня уже голова кружится. Просто сколько я выдыхаю. Блядь. Ролик получится на минут 10. Ну, серьезно. Ну, камон. Кому это интересно, поэтому по 50 рублей. Сейчас буду кликать. Господи. Я хочу 2 ячейки словить. Ё-моё. Блин, пожалуйста. Дай слить. Если я куплю... Одну ты ячейку даешь. Я понимаю. Типа, ты говоришь, все, одна ячейка тебе достаточно. Ну, нет. Нет, окей. 800 почти рублей есть. Я хочу сейчас до 1000 дойти. Там уже чуть-чуть по-другому играть. Просто по-другому. И все. Но, увы, походу... Бля, или нет. Одну выдаю. Одну, понимаете, на 17, на 18 бомбах. Я додумал, я на 17 играю. Все. Нет. Не буду больше. Все. Всем спасибо за просмотр. Промокодик в описании. Закрепленном комментарии с ссылочкой на этот сайт замечательный, с бонусами, халявы. Все лежит в описании. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, пожалуйста. Для меня будет очень сильно приятно. 200 лайков снимаю. Следующий ролик по Мегавиллу, Crazy Time или Bubbles, ребят. Ждите. Всем пока.